Шалом, возлюбленные. Как у вас дела? Мы продолжаем молиться за всех вас, чтобы вы приняли мир и обильные благословения Господа. Возлюбленные, давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Призывая вас, давайте петь вместе, давайте поклоняться Ему. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, lompat, lompatkan, bersoraklah sebab ini dengar sangkaka membawa pembebasan bagi semua orang tidakkah kau tahu inilah tahun Yoreh akan tahan lu ayo bilang kanan kiri ini tahun pembebasan come on ini tahun pembebasan ini tahun pembebasan semua tawanan dilepaskan yang lugu yang duda lompat-lompat bersoraklah sebab ini ayo saudara sendiri saudara membawa kasih tahu depan belakang saudara inilah tahun Yobel angkat tanganmu ini tahun pembebasan ini tahun pembebasan ini tahun pembebasan semua tawanan dilepaskan yang lumpuh dan yang buta Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Lompat, lompat. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил для вас сегодня пастор Ника Ньохарахардио. Пусть Слово Божие, которое мы примем, направит нас и даст нам мир. Спасибо тебе, Отче, за то, что ты будешь говорить сейчас устами раба твоего. Помажь твоего слугу, помажь всех нас. Мы будем тихо сидеть рядом с тобою и слушать твое послание. Во имя Иисуса мы молимся вместе. Аминь. Воздайте Господу большие аплодисменты. Аллилуйя. 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 Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Вчера я получил слово от Господа и хочу поделиться с вами. Если вы хотите участвовать в жатве душ, ответьте на вопрос. Вы когда-либо просили Господа? «Боже, я хочу привести к Тебе миллион человек, пожать жатву миллион душ». Вы просили об этом Господа? Просите Господа о том, чего вы желаете.
Открывайте свои желания, провозглашайте их. Господь сказал мне: расскажи всем, это секрет будущей жатвы. Расскажи его всем людям. В нем скрывается будущая жатва душ. Вы должны просить об этом Господа, просите Его. Вы мечтаете о том, чтобы это произошло? Просите Бога о том, что Он уже поместил в ваше сердце. Вы должны провозглашать об этом своими устами. «Я веровал и потому говорил». Помните это слово? «Воздайте Господу большую славу». Возлюбленные, важно понять, что нам нужно делать, потому что время близко. Он уже при дверях. Иисус скоро вернется, сначала на облаках. Итак, что мы должны делать? Прошу вас открыть вместе со мной Откровение, 3 главу. Посмотрим 10 стих. Читаем вместе. Раз, два, три. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле, возлюбленные». Я верю, что под годиной искушения подразумевается великая скорбь. Великая скорбь. Возлюбленные. Господь пообещал нам: «Я сохраню тебя». И так Он сохранит нас? Или иначе это можно интерпретировать так, что Он заберет нас к себе до великой скорби. То есть здесь может идти речь о вознесении церкви до скорби. Идут споры о том, когда будет вознесение. Одни считают до скорби, другие — во время скорби, остальные — после скорби. Мы верим, что это произойдет до скорби. Если посреди скорби, то мы знаем, Он сохранит нас, но мы верим, что Он заберет церковь до скорби. Возлюбленные во Христе, поскольку вы сохранили Его повеление проявлять терпение, мы читали об этом, кстати, в 10 стихе, сегодня я хочу продолжить говорить о том, что мы должны делать. Я буду говорить о единстве. Это то, чего Бог ожидает от нас. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава. Иисус молится Отцу. Он говорит: «Отче, славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, Он дал ее нам. Да будут едины, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, говорит Господь Иисус, и возлюбил их». Это будет великая жатва душ. Только представьте, мир познает, мир увидит, мир уверует. Итак, еще раз, мы должны быть едины. Наше единство — это главный ключ к великой жатве душ. Так что, возлюбленные, я всем сердцем верю, что мы с вами живем во время Третьей Пятидесятницы. Изливается огонь Третьей Пятидесятницы, и Он принесет детям Божьим единство. «Да будут воедино все, и единство между нами, в наших семьях, среди всех нас. Да будем мы жить в единстве и с нашими соседями, и со всеми внешними». Я помню, возлюбленная, как это выглядело в начале. В то время люди в Индонезии только и говорили: «Нам нужны изменения, нужны перемены». Но перед тем, как произошли изменения, я помню, как Бог использовал эту церковь. Мисс Биджит видела обо мне видение. Я стоял в костюме на вокзале. И вдруг услышал голос внутри: «Тебе необходимо изменить пункт назначения». Мисс Биджит поделилась со мной своим видением. Я был в костюме. Это означало, что дело касалось служения. «Измени пункт назначения». Пожалуй, впереди ждет изменение. Так и случилось. Через некоторое время после этого на меня сошла слава Божия, которая созидает в нас единство. А что вы при этом ощущали?
Я лично ощущал на себе огромное давление, огромное бремя, которое я не мог перенести. Боже, что это? Я не могу это снести. Пожалуйста, прости меня, Господь. Что это такое вообще происходит? Что я должен сделать? Что со мной не так? Господь ответил: «Ника, дело в том, что ты гордый и высокомерный». «Что? Но я ведь не замечал в себе гордости». И это понятно. Никто не замечает за собой гордыни и высокомерия, не так ли? Но поскольку это Иисус обличил меня, я не стал спорить с Ним. Я понимал, если Бог так говорит, значит, это правда. Я горд и высокомерен. Возможно, из-за того, что я имел успех, казалось, так легко открыть новую церковь. Я открывал новые церкви повсюду, но оказалось, что это приносит другим огорчение. Затем Господь проговорил мне две вещи. Во-первых, Он сказал, чтобы мы убрали вывеску церкви, потому что я был так горд нашей церковью, нашим названием. Во-вторых, Он велел мне прийти в другие церкви, к Божьим служителям и попросить у них прощения. Я от всего сердца сделал это и делаю по сей день, возлюбленные. Нормально, что некоторые люди сердились на меня. Но как только я пришел к ним и попросил прощения, они сразу сказали: «Ни о чем не беспокойся, ты прощен». Возлюбленные, вы знаете, что стало результатом этого? Произошло примирение, и это привело к единству. Не только между мной и ими, но и между ними. И тогда в Индонезии произошли глубокие изменения. Я твердо верю, что это были положительные изменения. Помню, в 2005 году Джаред Даймонд написал книгу под названием «Коллапс». В книге было сказано, что о стране можно судить по 5 параметрам. Если все критерии будут собраны в одной стране, то ее неминуемо ждет коллапс, ждет распад. А вы знаете, что показала оценка Индонезии по этим критериям? В Индонезии были все 5 критериев. Так что, по идее, наша страна должна была распаться в 2005 году. Но почему этого не произошло? Церковь молилась в единстве. Церковь Божия пламенно молилась в то время. И второе. Подобное событие произошло совсем недавно. Когда мы увидели обострение на политической арене, Господь побудил нас молиться, молиться в единстве. В то время служитель Божий по имени Янира видела сон. Она видела черные тучи и огромные волны, надвигающиеся на Индонезию. Затем она встречалась с Синди Джейкобс, которая сказала, что тучи развеются, когда будет единство. И это то, что мы начали делать. Бог побудил нас молиться и в Индонезии, и за рубежом. Но главное, молитвенное собрание было проведено 7 марта. Я помню, как на эту молитву собралось более 10 000 молодых людей. Более 10 000 молодежи. Они пришли, чтобы вместе помолиться с обеда и до вечера. Я видел, что они даже не садились. Они молились стоя 4 часа. В тот же вечер приехали национальные и международные епископы, чтобы молиться всем вместе. В молитве участвовало 555 городов и регионов, а также и другие страны. Мы не молились конкретно за какого-то кандидата, но мы молились за мир в Индонезии. Мы провозглашали мир во всей нашей стране Индонезии. Было легко призвать весь мой церковный совет молиться с постом. И мы молились за мир в Индонезии, когда ситуация была накалена. И знаете, что произошло, возлюбленные? Бог ответил на нашу молитву. «Будь в мире, моя Индонезия!» В каждой стране должен быть мир. И в нашей стране он наконец-то настал. Воздайте Господу большие аплодисменты! Воздайте Господу большие аплодисменты! Воздайте Господу большие аплодисменты!
Воздайте Господу большие и еще большие аплодисменты. Иисус, аку порцая. Иисус, аку порцая. Иисус, аку порцая. Иисус, аку порцая. Вы хотите увидеть величайшую жатву душ, последнюю? Для этого нужно единство. Нужно только единство. Я верю, что сейчас то время, когда Бог восстанавливает его. Господь восстанавливает. Мы не можем собирать жатву поодиночке. Мы должны делать это вместе. Для этого мы должны быть в единстве, взявшись за руки, избавившись от всякой горечи и ненависти. Взявшись за руки, давайте собирать жатву душ для Бога. И затем сказано, что после совершения всего Иисус придет опять, придет за нами. Идите домой с благословением от Господа. Пусть обильная благодать Отца в Его Единородном Сыне Иисусе Христе и сладостное общение Духа Святого пребудет со всеми вами с сегодняшнего дня до момента, когда Иисус встретит нас на облаках. И даже во веки веков, если веришь, скажи «Аминь» на это. Boleh sekali lagi jemaat saja buka kedutaan katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur.
pemirsa yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Аллилуйя! Мы с вами славили, поклонялись и вместе слушали Слово Божие в знак нашей благодарности за спасение, которое мы приняли от Иисуса Христа. Давайте жить святой и угодной Богу жизнью. Это будет радовать сердце нашего Бога. Kasih setiamu, ayo, nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tangan sama-sama. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Siapa nari sambil melompat, ayo. Aku diberkati, di atas. Terima berkatnya. Aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan ye yeah, ye yeah. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan amin. Hikmat kebajikan tersedia baik. Katakan kanan kiri saudara. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Kubur raya lompat sama-sama. Untuk menyediakan aku diberkati atas sempurna. Sekali lagi, tangan di atas kepala sama-sama katakan, aku diberkati karena alasanku. Berkati Tuhan, boleh katakan ye yeah, 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 ye yeah. Yuk tepuk tangan atas kepala sama-sama. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya. Angkat tangan saudara. Sangat besar bagi sebab alasanku segalanya. Angkat tangan lagi dong. Sangat besar bagiku. Cuma sendiri. Aku di alasanku. Saya mau ngajak kubur raya lompat lebih tinggi lagi. One, two, one, two. Aku diberkati, aku diberkati.
Saudara katakan kamu diberkati, kamu diberkati. Ya, tangan di atas semuanya, bukan tangan saudara. Tunjuk yang lain, kamu diberkati. Wow. Sebentar saudara, angkat tangan buat Ambawang yuk. Ambawang di limpahi, come on, Allah sanggup. Berkatakan saudara, Ambawang. Saya mau ajak semuanya melompat, tangan di atas kepala.